Сегодня у старшеклассников Щелковского лицея номер 7 будет необычное занятие. Внимательно слушать они будут не своего педагога, а председателя районного совета депутатов Надежду Суровцеву. Тема встречи – проблемы молодежи Щелковского района. Какие же вопросы их интересуют, узнаем прямо сейчас. Мне интересно, будет ли такая возможность построить какие-то похожие центры, но в стороне Воронка. Вопросы и частные, и касающиеся развития всего района. Изначально тема встречи – проблемы именно молодежи, но оказалось, ребят волнует все. И не только, где конкретно провести досуг и куда пойти учиться, а как устроена та или иная партия, где в районе запланировано новое строительство и реконструкция. Такой живой интерес приятно удивил председателя районного совета депутатов Надежду Суровцеву. В процессе беседы мы перешли ко всем вопросам жизни нашего города, нашего района, их жизни. Мне беседа очень понравилась. Не знаю, как для них, для меня это было очень полезно. И все же, если конкретнее, одиннадцатиклассников волнует, будут ли построены молодежные центры для проведения досуга рядом с домом, появятся ли в районе новые волейбольные площадки, будут ли организованы дополнительные курсы по профориентации. На все вопросы Надежда Суровцева дала подробные ответы и пообещала учесть голос молодежи при формировании курса развития района. Встреча была достаточно полезной, продуктивной, и надеюсь, что все вопросы, которые задались сегодня, как минимум будут рассмотрены. Самое интересное было бы решение про антикафе, и я надеюсь, оно все-таки будет реализовано, и, наверное, все-таки про молодежные центры, что их все-таки откроют. Я думаю, многие узнали много, что-то полезное. У меня был вопрос по поводу дорожного движения касательно микрорайона, в котором я живу, Щелково-7. Вот. По поводу того, что там на одном из переходов не было светофоров. Я получила ответ, который заключался в том, что это будет сделано в недалеком будущем. Подобные встречи – акция не единоразовая. Пообщаться с молодежью, услышать их мнение, предложения – это всегда важно для представителей власти, ведь порой молодые люди мыслят нестандартно и смело. Все так же активно выражать гражданскую позицию пожелала ребятам Надежда Суровцева. Ребятам пожелаю, чтобы вот это вот качество, качество активности, личностное качество, да, такой неуспокоенности, желание изменить этот мир к лучшему, у них со временем не угасало, чтобы они всегда были такие. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».